Регина Гореева, магистрант первого курса Института управления экономики и финансов КФУ, выиграла грант на 400 тысяч рублей и стала одной из 15 лучших участников, получивших грант от форума Таврида. Регина Гореева реализует первый в России молодежный блок-тур по объектам культурного наследия ЮНЕСКО. Это будет не просто какой-то туристический маршрут по Татарстану, нет, это будет еще и образовательная программа от ведущих экспертов в области фотографии, блогинга, журналистики. И, конечно же, классная молодежная, развлекательная, насыщенная программа по Казани. Сама реализация проекта начнется уже в ноябре 2020 года, когда стартанет информационная и заявочная кампания. И уже в июле с 15 победителями мы встретимся в Татарстане на молодежном блок-туре Айда Татарстан. Напомним, ранее студентка КФУ Алия Минулина выиграла грант на форуме ⁇ Территория смыслов ⁇ в размере 1 миллиона рублей. Кристина Надыршина, Универньюз.